Автомобили Рено по госпрограммам с выгодой 10%. Терромобил на Янаульской 1А. Судом установлено, что указанные лица, являющиеся отцом и сыном, используя запрещенное орудие ловли «Острогу» с применением самодельной металлической лодки, на реке Гнилой Таныб незаконно добыли рыбу породы щука и линь в количестве 9 штук на общую сумму 2070 рублей. Приговором Краснокамского межрайонного суда 25-летнему жителю района назначено наказание с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Постановлением того же суда 47-летний гражданин на основании статьи 76 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации освобожден от уголовной ответственности с применением судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Вещественные доказательства по уголовному делу «Острога» уничтожено, самодельная металлическая лодка обращена в доход государства.